Садись, 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 садись. Да не туда садись, Кать, не туда садись, на стул садись. Иди сюда, иди сюда. Тихо, тихо. Кать, ты ничего не видишь? Нет. Ага. Разворачивайся, разворачивайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Катеридзе. Добро пожаловать в новую серию Катеридзе и Нубика в Майнкрафте. Подожди-ка. Нубика в Майнкрафте. Пока Катюха ничего не видит, потому что у нее мишура на глазах, я для нее приготовил небольшой такой подарочек, который я сейчас покажу тебе, Катюха. А Катюха вам покажет тоже подарочек. Вот смотрите, какой у нее подарочек. Пристань, Катюшка, пристань. Даже Катюха в моем мерче прямо сейчас. У нас даже на столе мои кружечки с моим мерчом. И Катюха в моем мерче. Если ты хочешь также такую же крутую футболочку с надписью «Эдисон» с перчиком, можешь заходить в мой магазин, покупать. Ссылочка на него есть в описании. Мне будет очень приятно. Если ты сделаешь фоточку в моем мерче, выложишь в Инстаграм или отправишь в группу ВКонтакте, я обязательно ее лайкну и запущу ее на свою стеночку. Поэтому даже если Катюха ходит в мерче, ну давайте все, немножко абстрагируемся от этой всей ситуации и пойдем к моему подарочку. В принципе, на счет 4 можешь снимать мишуру и смотреть на весь этот подарочек. Давай. Готово? 4. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Подожди, 4 еще не было. 8. Та-та-та-дам! Смотри! Тебе нравится? Смотри, видишь? Подарочек мой тебе! А где подарок-то? Вот, вот, вот он, вот, перед тобой. Перед тобой прямо сейчас подарочек, вот, видишь? Нет. Катюх, вот подарок. Ну, в смысле, здесь была огромная дрень. То есть твой дом взорвали хейтеры. Здесь была огромная дырень. Помнишь, я вот это все залатал. Вот, подарок. Спасибо, это так мило с твоей стороны. Да не что, вот тебе подарок на Новый год. Все. Спасибо. Остальное можешь не ждать, вот подарок. Тебе не понравилось? Короче, подожди, подожди, все, закрой еще раз глаза. Это шутка была, это была шутка. Закрой глаза, сейчас будет настоящий подарок. Вот. Вот. Вот, вот так, так. Та-ра-та-та! Открывай глаза, вот это подарок, смотри. Новогодняя елка с подарками под ней, ну, без подарков. Ну-ка, вот, сама елка это подарок тебе. Вот, это подарок. Все, я начал эту серию, чтобы показать тебе подарок. Вот, вот твой подарок. Тебе нравится? Очень. Ты врешь, тебе ничего. Нравится, очень нравится. Правда нравится. Он очень-очень мне кажется, или она немножко, ну врет. Мне одному кажется то, что ей не нравится подарок. Напиши в комментах, нравится, пожалуйста. Как ты думаешь по ее лицу, нравится ли ей подарочек или нет? Напиши в комментах. Ладно, Катюха, все, давай перейдем к ключевому сюжету, фактору, концепции данного ролика. Что мы будем с тобой делать в данной серии? Видишь, что здесь? Сундук. Сундук. Видишь, что в сундуке? Блоки. Блоки. Я забираю эти блоки, забираю это все, забираю эти все блоки. И ты знаешь, что мы с этими блоками будем делать в этой серии? Нет, не знаешь. Знаю. Что? Строить. Строить? Новый. Новый? Дом! Дом! Да! Новый дом, потому что мы бомжи с тобой, Катюха, ты не радуйся. В данный момент мы с тобой бомжери. То есть мы с тобой живем на улице. Поэтому я подготовил блоки. В первом сезоне мы с Катюхой строили зашибительский дом. И сейчас мы будем строить зашибительский дом. Какой? Вот именно какой. Я не придумал какой. Уже 100% не земляную коробку, как мы это делали в предыдущем сезоне, а уже нормальный какой-то такой прекрасненький домик, чтобы и мне там было уютно, и тебе было уютно. Я тебе предлагаю построить хижину из Гарри Поттера. Вот прикинь. Не-не-не-не-не-не-не. О, хорошо, я тебе предлагаю построить домик из Властелина колец. Знаете, ты знаешь, нет, хорошо. Давай, короче, я тебе домик, чтобы был ракушками. Какой русал? Нет, вот в Игре престолов у... Нет, Барби дом. В Игре престолов замок такой был. Нет, Барби дом. Какой Барби дом? Хочу честно, вот как Властелина кольца. Вот там было домик такой в земле. Там Фродо жил, там хоббиты жили. Там много всего интересного было. Вот я помню. Сколько
также он очень сильно нравится. Я придумала! Чё? Я буду строить ананас. Так как ты чё? Кать, Властелин колец, смотри, мы сейчас в... Дом Спанч Боба, ананас. Кого? Ананас? Ананас. То есть предыдущий дом у нас был дом Шрека здесь возле болота, а Спанч Боба ты в воде хочешь строить? Нет, дом в виде ананаса. Дом Спанч Боба. Там кровать, будильник, ванна, короче, вот это вот все, вот это вот желтый ананас. Ты уверена, мать? Да, буду строить, все, давай. Ты мне только помоги чуть-чуть, и мы ну, построим. Ну смотри, ты будешь строить или меня строить? Ну смотри, вот здесь у тебя есть блоки. Типа, ты можешь просто ставить, что тебе угодно. Типа, оп-оп, так, оп-оп, ставишь блоки и все. Какие тебе блоки нужны, просто берешь вот здесь и перемещаешь. Берешь единичку, если тебе нужен камень, двоечку, другой камень, троечку, дерево, четверка, cobblestone, там вот различные. Все, иди отсюда. Я сама построю. Давай, иди. В смысле, ты сам? Давай, давай вместе построим. Не, как... я сама построю. Нет, мы вместе построим. Я построю сама. Кать, да, в смысле? Иди. Давай, 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 давай. Как, чё? Держи, это тебе тоже. Покупайте, покупайте, ссылка в описании, да, 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 там, там где-то. Фигню какую-то понастроил. Сейчас мы тут такое понастроим. Я тут себе такую ванну поставлю. Буду каждый день мне купи-купи делать с пенкой. Так, там еще, по-моему, у Спанчбоба была кровать так офигенно и большой-большой будильник, который так делал вот так вот, и он будился сразу. Так, ну, наверное, с такими темпами я буду этот дом строить лет так 30, но ничего, зато он будет мой, и я в нем буду жить, наверное, одна. Потому что он маленький такой, туда больше никто не поместится. Так, все, век Somebody закончился, теперь у нас будет Спанч Боб, и мы будем бесить Сквидварда. А Сквидвард, знаете, кто это? Ну, как бы вы догадались, да, кто это? Сейчас, 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 сейчас. Главное не упасть, а то если я упаду, будет пипец. А, блоки кончаются скоро, так. Все, так, где у меня ресурсики, ресурсики? Угу, так, бежим, 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 бежим скорее сюда. Оп, блин, так. Ну, нормально, мне хватит. Так, сюда. Фу, ребята, я уже так упахалась это делать. Остались последние штрихи. Просто. Пау, пау, пау. Так, что-то... Оп, и последний. Так, все. Ну, хотите, посмотрите, получилось. Сейчас мы спрыгнем, если я не умру, конечно. Оп, оп. Так, Антошка, Антошка, смотри, где мы будем жить. Сейчас, 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 оп. Та-дам! Смотрите, какая красота. А, дверь, 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 дверь. Осталось еще дверь поставить. Ой, 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 оп. Какая красота. Красота. Ой, блин, вообще я первый раз сама дом построила. О, офигенно. Антон, Антон. Ты что, Катюх, построила? Да. Все нормально? Да, построила. Ну, пока вы. Не, сейчас, 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 сейчас. Да, покажи дом, Катюх. Сейчас, сейчас. Ну, да, в смысле, иди. Ну, Кать. А вот там он, вон там. Не верю. А ну, встань, встань. Мне кажется, она здесь что-то настроила опять какую-то... Ну, нубский домик какой-то опять построила где-то в земле, небось, да? Там, там ничего нет, там гора обычная. Кать. Подвинься. Куда подвинься? Покажи, что вот построила. Покажи. Ты... Это ты сейчас постро... Не верю. Это... Ну чё ты врёшь? Это я построила сама. Признайся, то, что ты опять кого-то подписчика попросила. Подожди, у тебя же всегда включена камера. У меня всегда включена камера. Можешь посмотреть, как я сама строила. Правда, сама построила. То есть она реально сама все строила? От самого начала, от фундамента до вот этого, да? Да. Я сама построила, правда. Ну если он мне напишет или она мне напишет в комментах то, что это реально ты была, тогда я тебе поверю. Если он лайк поставит. Вот, и подпишется. И подпишется на... Вот, если Катя говорит, что нужно подписаться, тогда нужно подписаться 100%. Катя, это жесть. Антон уже видел. Ну да, Антон здесь рядом живет. Катюх, ты чудо просто, честно. Это, ты реально все это сама построила? Да.
Так, нам нужно еще в Икее сесть, закупить мебель, купить ванну, зеркала, еще полочки. Нужно еще, в общем, тряпочки взять, еще гель для мытья полов. Ты у меня такая умничка. Да, все это мы сделаем только в следующей серии. Гель для мытья полов, и туалетный утенок, и вантус для... Хотел сказать, ну скажу, унитаза. Мы культурные, адекватные люди. Сейчас все, что нам нужно с тобой сделать, не парься. Просто кровать. Да. Чтоб просто можно сделать, да, было поспать. А ты где спать будешь? Здесь. В смысле? Ну, я здесь тоже с тобой буду спать вот сейчас. Вот, типа, я сделаю кровать и для тебя, и для себя, и мы с тобой будем спать вот здесь. Ну, вот здесь, типа, вот в одном доме. Вместе? Ну, да, вместе. А чё? Вот я прямо сейчас делаю кровать. Смотри, если ты не знала, как делается кровать, вот так, и потом опа! Опа, и две кровати. Оп, одна кровать и вторая кровать. Видишь, получилось. А, ну, моя будет там стоять, вот тут. Слева? Вот здесь моя кровать, а вот тут можно твою, вот здесь. Поразверни. Сюда, да? Вот сюда, твою. Не, мы вместе будем спать, в смысле, вот это, я здесь буду, а ты возле меня слева, справа. Там чайник, там пустая кружка. Мы с тобой вместе будем спать. Очуметь. То есть ты строила дом и хотела, чтобы я где-то вообще... Может, я на улице буду в будке спать, как собака настоять? Можно. Да ладно, шучу. Шучу, можешь со мной спать, я пошутила. Спасибо большое. Пожалуйста. А то если будешь умничать... Если ты будешь умничать... Нет, убери... Ты чё? Ты не посмеешь этого сделать. Ну, если ты мне разрешишь здесь спать... Можно? Да. Все, хорошо. Спи вместе. Да. И Антон еще нужно. Ставь лайк, и сразу же выйдет следующая серия с Катеридзе. Так, как ты уже сказала, сделаем вот здесь у нас будет туалет. Там, короче, вот здесь 70% всей этой комнаты это будет компьютерная зона. Короче, сюда я поставлю комп. Там плойку, телевизор, Xbox. Буду гам. Вот здесь где-то в уголку можно тебе кухню забабахать. Вот там я буду записывать ролики, там туалет. А вот там можно сделать отдельный такой зал для качалка. Вот там будем я пресс буду качать, гантели поднимать, фитоняшка будет, и ты тоже будешь. Да я шучу. Да я ж пошутил. Да 100% этой зоны сделаем тебе под маникюр, педикюр. Всё, давай заканчивай. Спасибо большое тебе за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайкусики. И мы обещаем то, что выйдет сразу следующая серия. У меня такой фигни на голове нет, поэтому Катюха тебе помашет. Я скажу тебе пока. Катя скажет тебе пока. Merry Christmas, happy birthday to you. Bye, goodbye. Goodbye.